la 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 la. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh. O'er the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtails ring, making spirits bright. What fun it is to laugh and sing a sleighing song tonight. Ho! Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Open sleigh. Ho! Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey! Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. In a one-horse open sleigh. La 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 la. Добрый вечер, дорогие друзья. Я от всего сердца поздравляю вас с Рождеством. Уже глубокая ночь, скоро рассвет. Я начала свой сюжет с этого веселого ролика, потому что любой праздник – это обязательно улыбка, это обязательно детство, это обязательно сладко. Это должно быть приятно и глазу, приятно и нашему уху. То есть этот чудесный ролик, наверняка он есть в сетях интернета, но мне прислала подруга, с которой мы уже много-много лет дружим, она живет в Швейцарии. И вместе с этим шоколадом, с этими конфетами, с посылкой мне пришел этот ролик. Скорее всего, он есть, но я решила его опубликовать в этом сюжете, чтобы он тоже вас порадовал, возможно, вы не видели. Я бы хотела буквально несколько слов сказать, я не буду долго задерживать ваше внимание. Поздравить вас с Рождеством и сказать, что несмотря на все перипетии, разные домыслы, разные там доказательства, то, другое, пятое, десятое, я тоже знаю, я читала, возможно, и вы тоже. О чем я говорю? Я имею в виду о дате рождения Спасителя Иисуса Христа, Господа нашего. Она ведь действительно неизвестна. И в Священном Писании не написано о том, не заповедано нам то, как встречать Рождество, как праздновать его. Там вообще нет ничего в Священном Писании. Господь не оставил нам рекомендаций по поводу празднования своего дня рождения. Но четкие оставил рекомендации по поводу того, как нам нужно праздновать день Его воскрешения. Здесь, в России, об этом празднике совсем недавно вообще узнали, потому как безбожная страна была, и атеизм настолько крепко сидел в нашей стране. Я счастлива тому, что сейчас люди начинают обращаться к Богу, и даже те, которые были закоренелыми противниками, вдруг в какое-то мгновение я встречаю, и мне говорят: «Наташа, какое счастье, я познал Христа, я живу сейчас с верой в Бога». Это самое прекрасное, это самый чудесный подарок, который может быть для верующего человека, что рядом с тобой живущий человек, который трудится вместе с тобой, он познал Христа, и он стал тебе братом либо сестрой во Христе. Ведь говорят, что люди очень близки не по крови, а именно по духу. И тут не поспоришь. Поэтому мне все равно, в какой день родился. Я даже, вот, может быть, и соглашусь со многими вещами, которые описывают, о которых я читала, что Иисус, скорее, все-таки не зимой родился,
А осенью, там пишут, многие пишут, что, скорее всего, это осень либо весна. Я тяготею именно почему-то к осени, потому что осень самая такая красивая пора, пожалуй, урожайная пора, такая какая-то собирательная пора. А весна – это пора нового рождения. И вот Пасху, которую мы с вами празднуем всегда, День воскрешения Иисуса, она всегда весной. Но я не собираюсь сейчас заморачивать вам голову, мне все равно, почему, потому что я каждый день, для меня Рождество каждый день, потому что с новым днем, с наступившим новым днем рождается Господь. Вот взошло солнце, для меня его рождение. И несмотря на дикий холод, который у нас сегодня последний день такого мороза, сейчас минус 30, а завтра уже будет потепление, резкое такое, потепление, что совсем не очень хорошо, ну что уж теперь. Я открываю окно, сегодня открыла окно, ночью минус 40 было, открыла окно и впустила новый день, и вдохнула, несмотря на свои болячки, несмотря на свою вот эту хандру, я впускаю этот день и говорю Господу, спасибо тебе за этот новый день, он чудесен, он прекрасен, несмотря на то, что куча всяких разных проблем и всего чего только, и болячки, и проблемы, но это все временно какие-то вот нерешенные дела, которые в мгновение могут решиться, и заморачиваться на этот счет вообще не нужно. И я вам просто советую. Так вот, Рождество, я не хочу омрачать этот праздник рассуждениями по поводу того, что многие из этого делают культ, а Бог этого не хочет, Он не хотел, иначе бы нам оставлен был завет, как праздновать Его Рождество, но ни слова об этом нет в Писании. То есть эти праздники, эти дни именно рассчитаны на то, что мы с вами побежим, значит, там много-много чего-то накупать, дарить подарки, потому что это просто нужно даже тем, которым, возможно, вы бы и не хотели их подарить. Но вроде бы как надо, и я пойду, я куплю, я подарю. Я вас хочу успокоить. Не надо. Не надо. Самый лучший подарок, если вы сделаете какое-то доброе дело людям. Это будет самый лучший подарок. И в первую очередь подарки мы должны дарить Господу. Мы должны дарить Иисусу Христу подарки. А не тем, кто вокруг нас. Поэтому праздник как-то, вот видите, он искажен, он сделан человеком уже, назначен день был. Это человек, это люди же назначили этот день. Конкретные люди, почитайте, просто зайдите в сети, я не буду задерживать ваше внимание, рассказывая об этом. Зайдите, почитайте. Такие противоречия. Ну и пусть они там все что угодно. Для меня, я говорю, для меня каждый день Рождество. Каждый день Рождество. Но все-таки. У нас же есть такое выражение кесарю кесарево, Богу Божье. Так вот, коль все-таки назначен был день 25 декабря, это Рождество нашего Спасителя. Пусть он так и будет, потому что все-таки у нас есть возможность поздравить друг друга, есть возможность тем, которые не вспоминают каждый день Христа за то, что он сделал, за то, что появился, родился на свет Бог во плоти, стал человеком, таким же, как мы, чтобы испытать все. Пусть они об этом узнают хотя бы 25 числа. Может быть, через этот день, через этот праздник люди познают Бога. Но я хочу просто вас немножечко ободрить, чтобы вы не возводили это в энную какую-то степень. И благодарите Бога каждый день за его рождение. Это самый лучший подарок будет для него. Самый лучший подарок. Я вам желаю счастливого, прекрасного вот этого времени, праздничного времени, рождественского, новогоднего, православное Рождество дальше пойдет. Вот всех вот этих, все эти две недели праздников, чтобы они прошли у вас с пользой, чтобы вы что-то сделали доброе, чтобы вы что-то подарили именно своими руками сделанное. Вот я сижу сейчас, вот Полина мне подарила, мне так тепло, вот все, я там до поясницы все опущено, потому что жуткий холод. У меня здесь старое окно, вот в столовой еще я его не сменила. Холодно, очень холодно. И ЖКХ не хочу поздравлять. Ну хотя почему? Ну, тоже надо поздравить. Ну что, ну вот не топят, вот так у нас. Хотя вода сумасшедшая горячая идет. Что они там сделали с ней, не знаю. Прям кипяток сразу идет, наверное, 100 градусов из крана. Обварились сегодня с сыном оба, аж парились. Поэтому
Радуйтесь, радуйтесь этому дню. Для Бога это самое прекрасное, когда мы не брюжим, когда мы не ропщим, когда мы не грустим, а когда мы радуемся. Радуемся победам, радуемся горю, радуемся всему. Я от души вас поздравляю. И если я начала свой сюжет таким мирским роликом, то, что было снято в магазине, вот, ну, своеобразная реклама этому великолепному швейцарскому шоколаду, потрясающему совершенно, то я хотела бы завершить свое поздравление сюжетом, который я видела давно. Я в 2009 году его увидела первый раз, и тогда была восхищена этим. Слезы были из глаз, я была такая счастливая, что я увидела этот ролик. Там я не знаю, сколько просмотров, там, наверное, не знаю, миллионы миллионов уже людей его посмотрели. Возможно, кто-то из вас его не видел. Но я вас через этот ролик призываю быть свободными в своих эмоциях, быть свободными в проявлении своих чувств, быть свободными в своих действиях, в хорошем смысле слова. Ведь посмотрите, как люди реагировали на тех, кто всем этим обладает. И они, как бы заряжаясь вот этой вот по цепочке, я понимаю, там, конечно, хор находился в этом кафе, все это понятно, но там были и совершенно посторонние люди, и это видно, что это люди совершенно посторонние. И как они влились в это прославление Господу, и как это было здорово, сколько это, понимаете, такая эйфория меня, так это все переполняло. И я посмотрела его сегодня еще раз, я нашла его, этот ролик, и я знала, что он есть, хотя я его тогда смотрела в моем мире, а здесь я посмотрела, он на YouTube есть. Я его тоже решила включить в этот мой сюжет и завершить свое поздравление им. С Рождеством вас, дорогие друзья! Любите друг друга, будьте любимы, будьте сами собой, будьте веселы, бодры и пойте вместе с нами, прославляя нашего Спасителя, который родился во искупление всех наших грехов.